окажутся полезными для всех нас. Здрав, Буди! Привет, наемник! Вот ты стала быть какой! Ты пока в отключке лежал, легендой стал на базе. Уж и именно так. Ты пей и слушай. Бутылки, если ты знаешь... Влад, закругляйтесь разговорами. Наемник пусть зайдет ко мне. Ну вот, Лебедев сказал, надо... Как здорово, что у тебя выходит, а? Бармен, значит, начинает. Ну вот, сегодня есть глаз плоти в томатном соусе, жареные лапки снорков в томатном соусе, из рыбного щупальца кровососа в томатном соусе. Сталкера аж перекосило. Ты, говорит, чего это вздумал? Людей травить? Бармена тоже перекосило. Кто, кричит, я? А сталкер? А что, я? С грибным соусом давай. Какой нафиг томат? Блин, не смешно же. Класс! Я со своей пушкой никогда не расстанусь. Днем в руках держу, сплю, она у меня. Я с ней помню, что я не знаю. Учти, вроде тебя искать железом, ты я устраняю на раз. Но кривые руки, хозяин, не правда. Как, проветрился? Как? Не, вы знаете. Это второй форпост. На нас напали мутанты. Просим помощи. Все, хватит разговоров. Случай. Отлично. Принято. Вот молодец. Наконец-то. Вот, держи. Это базовый набор снаряжения специально для патруль. Дружище, у меня приказ...
монстров! Вовремя подоспел. У меня патронов на самом донце осталось. Давай этих тварей, что ли, в два ствола отстреляем. Всем бойцам внимание. Приближается выброс. Бегом в укрытие. Бегом! Ты снова выжил после выбора. И ты первый между... К сожалению, тогда есть... Смотри, вот твой... Возвращение. Ну, здравствуй, гость. А мне дошли зверь. Попутного ветра. Запоп, что у тебя там? Запомни, хороший стрелок тот, у которого ствол говорит только по делу. Учти, проблемы с железом я устраняю на раз. Но кривые руки хозяин не правлю. Тебе нужно что-то? Ну, пришли. Можешь снять повязку. И не пытайся следовать за мной. Это бесполезно.
хочешь вернуться на базу, найди одного из проводников на рыбацком хуторе. Наемник, вижу, тебя вывели на большие болота. Будь предельно осторожен и не пытайся строить из себя героя. Загляни в ПДА, там должны быть отмечены наши отряды. Советую тебе двигать к ним на рыбацкий хутор. Я тебя слушаю.
Вы что, поссать ушли или что? Эй, я не понял. Трубу вообще возьмут или как? Алло, пацаны! Мы тут в непонятках, вы где вообще? Чё-то непонятки нарисовались. Надо пробить, чё там у пацанов. Говно вопрос, ща пробьём. Всем быть на чеку. Думаю, они ещё могут напасть. Не высовываться, могут новые появиться. Пока остаемся на месте, не торопимся. Смотреть в оба. Пока остаемся на месте, не торопимся. Смотреть в оба. Не высовываться, могут новые появиться. Они нас видят! Спасибо, что помог. Обязательно загляни к нам на базу. Тебя отблагодарят.
всем, кто к нам сунется. Следующая наша цель. Главная база ренегатов. Смотреть в оба! Не высовываться! Могут новые появиться! Я гранат!
Здорово же у тебя выходит! С возвращением! Хочешь поторговать? Будешь неподалеку? Заглядывай!
одни чего стоят. Может, как помолчал. Или говорит. Что у тебя там? Или ремонт? Все, заклинать, что у тебя там? Ну, ни пуха, ни пера. Если что, я за себя настоял. Понял тебя, пункт первый. Ловись, ловись.